А под этим видео я разыграю 20 баксов. 10 баксов получит тот, чей комментарий продержится под этим видео без единого лайка. И вторые 20 баксов я отдам тому, чей комментарий наберет больше всего лайков. Но главное условие, чтобы это были комментарии со смыслом, по теме видео, по теме... В общем, всякие смайлики, точки, бессмысленная херня просто не принимается. Всем привет, меня зовут Ксения, это полностью импровизационное видео, я просто включила камеру, микрофон и сейчас буду рассуждать. Я хочу вам раскрыть всю правду про заработок в интернете. Честно сказать, у меня из-за этого даже уже возникли внутренние конфликты. В общем, вкратце, видео про заработок в интернете набирают сотни тысяч просмотров, некоторые видео миллионы просмотров, даже я снимала видео, там, три способа заработка, это достаточно популярное видео, по откликам и так далее. И я думала, что я буду уходить в такой контент, то есть показывать вам всякие сайты, всякие штуки, где вот, грубо говоря, слоган, просто спойлер такой на сегодняшнее видео. Работай 10 часов без остановки, заработаешь $0.5. Звучит нелепо, правда? То есть, по всей сути, все вот эти сайты, все вот эти способы заработков, которые вам показывают в основном, это то, что займет все ваше время. Гребаная Яндекс.Толока, я сидела несколько часов, пыталась в ней заработать, если хотите, напишите в комментариях, я сниму видео, прям покажу, как я работала, и я заработала 4 сотых доллара за все это время, понимаете, 4 сотых гребаных доллара. Когда я вышла на полевое задание, я просто не нашла здания, даже просто не нашла, я ходила минут 30, не смогла выполнить задание. Словно дерьма нажрался. На одном сайте я просидела несколько часов, чтобы проставить там какие-то лайки, какие-то голосования, где типа платят. Итог тот же, я заработала такие сущие копейки, что если даже я пойду разгружать фуры, я заработаю по сравнению вот с этими интернет-заработками миллионы. И у меня как раз была несостыковка в голове, что мне для вас такого снимать, если я не могу толкать эти заработки, ну, я считаю нерациональным тратить свое драгоценное время на вот эту хрень. Сейчас мы перейдем, конечно, плавно к шагам, которые я рекомендую сделать для того, чтобы прийти к заработку в интернете. Но серьезно, друзья, одумайтесь. Вы же смотрите, с учетом того, что вы сейчас смотрите мое видео, значит, это вы зрители тех видео, которые снимают вот про эти копеечные сайты, про еще какую-то хрень, не попадайтесь, цените свое время. Что вам мешает взять просто и потратить, например, не 5 часов, чтобы зарабатывать, играя в игры, а приобрести какой-то навык? Например, сделать сайт. Сейчас достаточно конструкторов бесплатных, где вы можете просто зайти, научиться делать эти сайты и монетизировать чуть ли не в течение месяца весь этот багаж знаний, который вы приобретете самостоятельно. Расскажу немножко про то, как я начинала в интернете. Интернет мне стал интересен еще когда мне было лет 14, то есть 10 лет назад. Но, чтобы не соврать, мне тогда был интересен любой заработок, то есть раздавать листовки, работать официанткой и так далее. Но каждый раз, когда я кем-то, так скажем, работала, даже когда я играла в электричках на гитаре, я в голове высчитывала. Типа, ага, в день максимум я могу зарабатывать 7000 рублей за несколько часов, значит, в месяц это получается 210 тысяч рублей, но если делать пару выходных, и таким образом я такая, так, 200 тысяч, но это же мало. Нет, мне нужен большой доход, мне нужно развиваться, мне нужно расти. И действительно, я всегда росла, я всю свою сознательную жизнь развивалась, читала, узнавала. У меня были моменты, когда мне хотелось покликать вот по этим сайтам, но я быстро перегорала. То есть у меня вот эта кропотливая маленькая работа, за которую еще и платят какие-то копейки, она мне просто-напросто неинтересна. И я поняла для себя в голове такую вещь, что как прийти к заработку в интернете? Для начала нужно поставить у себя в голове, сколько вы хотите зарабатывать. То есть, играя в электричках, я понимала, что даже если я буду зарабатывать там по максималке 200 тысяч в месяц, мне этого хватать не будет. Сколько мне надо было зарабатывать, я пришла к этому доходу достаточно быстро потом, после электричек. Сейчас я понимаю, сколько я хочу зарабатывать, я потихоньку шагаю к этому. Так и вы определитесь, поставьте себе точку, сколько вы хотите зарабатывать. Так, дальше вы поставили себе точку, например, в 500 тысяч рублей в месяц. Начинайте перебирать все интернет-профессии. Кстати, думаю, что в следующем, наверное, видео я сниму про самые, наверное, распространенные интернет-профессии, самые высокооплачиваемые, поэтому ставьте лайк, покажите, что вам это интересно. Переберите все интернет-профессии,
Если не можете вот так вот навскидку, не можете или не знаете, как это делается, дождитесь моего следующего видео и выберите из того, про что я расскажу. Тоже такой немножечко спойлер. Я буду снимать видео про 20 интернет-профессий, но на 15 из них 100% можно зарабатывать от 500 000. Ну, конечно же, все в ваших руках. Вы определитесь с этой профессией, все, скажете, я хочу заниматься этим. Например, там, быть контент-мейкером или строить сайты. И начинаете приобретать навыки. Опять же, сейчас столько информации в интернете, что просто я не знаю, каким надо быть идиотом, чтобы чему не научиться. Вы скажете, блин, надо проходить курсы, надо платить. Если хотите побыстрее, да, если у вас есть возможность, пройдите курсы, заплатить, это будет проще. Но поверьте, в 21 веке можно найти всю информацию в интернете, которая есть. И все эти курсы, которые продаются, это всего лишь просто собранная информация в кучу. Но это та же бесплатная информация, которая есть в доступе у каждого из вас. Далее, приобретаете этот навык, тратите на это какое-то время. Поверьте, на это у вас уйдет не так много времени, как на кликанье, там, ставление лайков кому-то за 0,001 цент. Научитесь чему-нибудь одному. В моменте, когда вы научитесь, поверьте, вам не составит труда найти человека, кому нужны будут ваши услуги. Вам не составит труда развиваться дальше в этой тематике и зарабатывать столько, сколько вы хотите. То есть потолок по вашему заработку можете установить только вы. Все, никто больше. То, сколько вы зарабатываете, сколько вы будете зарабатывать в будущем, зависит только от вас. Не от обстоятельств вокруг, не от погоды, не еще от чего-то. Только от вас. Поэтому определились, сколько хотите зарабатывать, выбрали себе интернет-профессию, приобрели навыки, все, нашли клиентов, начали составлять клиентскую базу, работать и шагать к своей цели. Поверьте, зарабатывать 500 тысяч в месяц – это так же просто, как и 10 тысяч в месяц. Кстати, последняя чистая правда. Я уверена, что вас даже будут ненавидеть ваши родственники, когда вы выйдете на такой доход, потому что они будут говорить, что «да что за хрень, вы сидите за компом и зарабатываете, а я там батрачу на заводе за 20 тысяч». Я через это проходила, ну не с родственниками, вообще просто с людьми, и я знаю, о чем говорю, это очень приятное чувство. Желаю, чтобы все через него прошли. А на этом видео будет подходить к концу, и я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, ставьте огромный палец вверх, жмите подписаться на канал. Всем хорошего настроения, всем легкого достижения цели и всем пока!